Радзюк налево на Былину. Здорово, посмотрите, сразу три футболиста Шахтера начинают прессинговать. И осечка Галяткина, Строгородский выкатывает на Осипенко, мельтешит, убирает, чтобы лучше пробить Осипенко. Ну так форвард делать не должен. Я не... фамилию не считаю, когда перечислял стартовый состав. Классный пас, Строгородский, Дударь, браво. Строгородский, еще одна попытка, или Заренко. И я напомню, что он уже имеет вид на жительство в Беларуси, потому не легионер. Очень долго, я знаю, шли. О, хороший удар! И что, гола не было? Гола, простите. Кибок! Какую-то феерию цирковую строил там Виталий, но мы, пожалуй, только что потенциально могли видеть самый красивый гол, ну не знаю, за последние годы в чемпионате Беларуси. Одной победы 10 игр сахарники провели за пределами своего стадиона городской. 3 ничьи, 7 поражений. Ну как думаете, ничья в Солигорске будет успешным результатом, либо на победу замахнуться случайно? Бушма в игре! И он надежен, это Думбия бил. Только мы заговорили минутку назад о том, что... Руслан Теверов у нас появится в ближайшую паузу, по всей видимости, на поле. Об этом тоже чуть позже. Нравятся сегодня эти африканские парни! Момент у Секу Думбия. И он снова не попадает по воротам. Ну... Кстати, Слуцк очень много пропускает в этот завершающий отрезок игры. Лаптев! Снова штанга. Но Дударю обязательно нужно подойти, потом поцеловать эту левую от него стойку ворот. Она уже дважды на такую импровизированную кофе-паузу устроили себе, кстати, футболисты и Слуцка, и Шахтера. Кому-то из горняков там тоже оказывают помощь. И Дударь поэтому не вводит мяч в игру. Желтую карточку получает. Дмитрий, кстати, не видел, что у тренерской скамеек стояло по одному игроку той и другой команды. В матче с «Динамо», которая заставила капитулировать Игнатовича. Тут гол был признан, напомню, лучшим. В 18-м туре. Дударь сыграл на всякий случай. Но мяч летел, по-моему, мимо ворот. Но, конечно, рисковать в составе горняков. Я к тому, что Строгородский не раз вот эти свои ассистентские баллы зарабатывал как раз-таки после подачи с углового. На этот раз разыграли горняки. Отбивается Слуцк, Юревич. Вперед грузит Игнатьевич. В игре не было. Нет. Атака продолжается. Теверов падает в штрафной. Дмитрий буквально за спиной находился у Теверова в этом эпизоде. И Мелько там не сил падает.